Доброго времени суток, господа товарищи. Приветствую вас на игровом канале Восход. С вами Михаил. Мы продолжаем играть под силу Total War. Дополнение Последний Римлянин за фракцию Франков. Так, сделал я без Восход. Ну, компьютерный, как обычно, пропустил. И вот наш результат этого хода. Во-первых, опять непонятки с деньгами. То есть, на тот момент, когда я нажал на кнопочку «Конец хода», у меня было денег, ну, что-то пару сотен монет. Сейчас 13 тысяч. Откуда, я не понимаю. Конечно, не должно было зайти где-то у пятака. Но откуда 13, я не понимаю. Ну да ладно. Главное, что не в минус, а в плюс. Хотя было уже один раз и в минус. Вы помните, да? Было такое, было. Итак, у меня восстание в Провансе. Окей, где они? А вот они, нехорошие дяденьки, да? Три отряда. Хорошо, хорошо. Так, здесь что у нас? Вражеские агенты, критический успех. Что он сделал? Убеждение? Да ты врешь. А, жрец. Маларих. Так у меня здесь не было жреца. На. Ничего не понял, ну хрен с вами. Так, не было ее потери и все. Какого жреца? Вот у меня соглядатый, вот у меня ветеран, все на месте. Ничего тут мне тут не. Ясненько. Кстати, заключил таки я военный союз с лангобардами. Пришлось им дать немножко денежек. И они согласились. Ура. Так, вторая новость. Это вандалы. Как вы помните, в прошлой серии я показывал, что у них здесь два стека плыло. Вот во время хода у них почему-то один стек взял, развернулся и поплыл в обратном направлении. К родным берегам. Почему, как, зачем и от чего? Хрен ее знает. Даже не спрашивайте. Я без понятия. А, вот оно, но где? Вот он. Блин, они нашего ветерана. Гады. Вы представляете? Их не жрец нашего. Гады, я вас ненавижу за это. Так, я не понял, а почему мы так ходим? Мы попали в зону влияния города Фесулы и не можем из этого зоны влияния выбраться. Шикарно придумано, не правда ли? Вот, ну и что? И как? Not possible. Not possible. Потрясающе. А у них здесь стек идет. Ну не идет, стоит. Что с ним? Вот это номер. Вот это да. None will escape. Laying siege to their hovels. В общем, придется нам снова Фесулы грабануть. Если, конечно, сможем. И к нам не придет вот этот стек. Или прям вандальский. Здорово, ребята. Просто здорово. Мне нравится. Откуда мне столько денег? Да. В общем, одни проблемы. Одни проблемы. Так, у меня в каком городе я себе делал-то? Кто-нибудь помнит? Да что вы, завоители такие пошли? Жесть какая-то. Просто потрясающе.
Вот, смотрите. Глюк исчез, и мы теперь можем... Я так понимаю... Можем же? Retreat, my warriors! Retreat! For the tribe! Можем, аллилуйя, можем. Атакуем мы Пизу. Грабим ее в очередной 1005 раз. Your next command. Душа мне покачнулась. Замечательно. Давайте используем это для понятия, поднятия нашего боевого духа. Замечательно. И уходим, уходим, уходим как можно дальше. Уходим даже на ускоренном режиме. Куда-нибудь подальше. Побыстрее оказаться на своей территории, чтобы, соответственно... Ну, вы понимаете. Так, хотел я еще отремонтировать Геную. Тут все стоит дешево. Вот, отлично. Так, что еще? И хотел я вот здесь построить колодец. Великолепно. Как-то тут вот так вот. Этот стек, значит, отправляется на охоту за мятежниками. Так. Очень много здесь всего есть. Можно много всего построить. Любопытно. Это любопытно. Нам нужно вот этого гада убить. 44%. Жесть. Критический успех. Ну, малорик. Когда малорик, тогда малорик. А здесь, значит, нападаем, разоряем. В очередной раз, во второй точнее раз, ихнюю столицу проклятых хосготов, Равену. О, нам даже сепаратисты помогли. Ну вообще, малорики. 3600. Очень, знаете ли, приятная сумма. Мне лично понравилась она. Так, что здесь тебе можно прокачать? Рвень. Вот хитрость. Великолепно. Ready for battle. Ready for orders. Вот еще бы не мешались бы вот эти вот дяденьки. Цены бы вам не было. Грабим мы Банонию. Она без войск, 300 монет мы получаем. И сваливаем отсюда. Ну, давай, 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 давай. Не хочет. Это мы даже на ускоренном марше просто. Перебираемся, отлично. Агент ходить не может. Хорошо, все. Все. Мне нужно эти 3 стека восстановить, их численность. И тогда можно будет снова отправляться в бой, да? Ну, хотя бы до территории союзников дойдем. Отлично. Так, здесь все сделали, все сделали. Так. Так. Давайте посмотрим, что у меня здесь происходит. Никому там ничего занять не надо. Альдрик, аж 90 уже. Вот это с ума сошел. Зачем ты так? Ой, тупорылый. Сколько у меня? 31. Давай собирай поддержку. Так. Где там эти гуманы? Теперь идем. Здесь мы ничего делать не можем.
Жрец снова у нас качнулся. Прямо стоит и качается. Молодец. Так, и догма, убеждение. Что еще есть? Предательство. Хорошо, будем качать потихонечку. Так, ты давай беги туда. Что я вам хочу сказать? Здесь бы я как бы говоря, это восстановил численность своих войск. Об легионы у меня теперь целые, прокачанные, улучшенные. И, в принципе, могу я начать новую, так сказать, эпопею с наступлением на Вестготов. Почему бы нет? Так, у меня тут два агента, два, вот третий агент. Хорошо. 65. Успех. Великолепно. Ты не качнешься, нет? Нет, не хочет качаться. Вы смотрите, как это нехороший. Так, этим давайте тоже как-то походим, посмотрим по округе, что как. Ну, пока никак. Ладненько. Так, у меня много денег, которые, в принципе, можно вложить в развитие. Да? Во-первых, в Британии надо построить... Вот. Отлично. Отлично. Где-то я еще хотел. Вот здесь. Минус один. Минус один. Всегда забываю, какой мне там правильный-то надо. Вот это плюс 2000 дает. А работорговец полторы. Плюс 1500, ой, 15% производственных. Да нет, лучше чистыми, наверное, убрать. Дом богатого виноторговца. Правда, загрязнений очень много. Ну и хрен бы с ним. Хрен бы с ним, с этим загрязнением, собственно, да? Мы можем вот в Арвернах построить латинский алтарь. И все будет великолепно. Отлично. Так, Талос. Талос, Талос, Талос. Гарнизонный лагерь, Аквенсиум. Здесь, наверное, пускай будет, хотя... Уже, наверное, даже и не надо. Уже, наверное, даже не надо. И, кстати, вот здесь вот до конца все не сделали. Так. Вот, снесен в Тараке в Испании. Это Баркино, да? И здесь я хотел построить что-то на санитарию. Вот, хранилище еды. Это даст мне самую лучшую санитарию. Плюс 9. Великолепно. Так, снес я Нистерию, я уже построил. Соляные копии тоже. Так, вербовочный плац в Никее. А, снесен был. Понял. Так, и здесь мне нужно что? Резервуар есть. Наверное, это снести тоже надо. Здесь он рыбацкий. Еды мне хватает. Наверное, латинский баптистерий. Баптистерий. Наверное, будет лучше всего. Да. Так, здесь же это снес. Еще здесь что снес? Мистерия, но у меня уже деньги кончились. Да? Да. Это уже будет следующий ход. Хотя, вполне себе. Так, это есть. Тут
главное понять, что можно построить, а чего лучше не строить. Хотя прям сразу заранее определиться с этим весьма и весьма сложно. Ну, наверное, местное производство пускай денежку штампует. Ну и все, деньги кончились, да? Так, восстановился у меня, значит, агент, это хорошо. Ранги тоже хорошо. Новая особенность, хорошо атакующий альдер. Замечательно. Это уже было. Все, да? Великолепно. Ну вот как-то так, вот такой вот ход у нас был. Вроде как все нормально, вроде как налажено. Нам еще вот западную группировку войск нам восстановить численность. Будет вообще замечательно. Тут два стека, там наверняка стеки есть. В принципе, у меня вот есть отважные товарищи целые. Если что, они помогут, я по крайней мере на это надеюсь, да? Что же, хорошо. Давайте делать. Конец хода. Так, не боевые потери. Ясный контроль плюс 6. Это отлично. Кстати, давайте сразу тогда пробежимся. Так, там никто, никому ничего не надо было. Вроде бы как. Да. Да, да, да. Единственное, давайте еще здесь вот попросим тоже собрать поддержку. И на этом все. Так, Виена. Стоит, умирает. Весь в чуме. Погряз. Бедолага. Просто бедолага. Это Бертальд. Это новый полководец. Хрен бы с ними, собственно. Так, жрец, ты ничего с ними сделать не можешь? Нет? Нет, не может. Тогда стой, качайся, что ты бегаешь. Смотрите, какие, а? Даже убегать не стали. Ну вообще страх потеряли, сволочи. Минус 60 и 0, да? Ладно. Вандалы плывут, сволочи. Как видим, они уже недалече. Плюс снова появился второй стек вандалов. Не доплыл до родины, вернулся. Че этим вандалам надо? И на мир они не соглашаются, сволочи. В общем, плохие они. Очень плохие. Так. Заходит наш стек до Генуи. Ну отлично, наконец-таки. Так, этих ребятушек давайте распустим. Так, что мне здесь не нужно? Вроде все остальное нужно. Значит, прокачиваем наших ребятушек. Давайте посмотрим, что мы можем нанять. Так, я думаю, что нам нужно знатных, не могу понимать, да? В принципе, ничего страшного. Давайте на франкских мечников один отряд возьмем. Кстати говоря, откажемся вот от наемных прачников. Наймем еще один отряд французских мечников и наймем два отряда знатной германской конницы. Два хода, отлично. Пускай стоят и устанавливаются. Так, и здесь тоже хороший вопрос, куда они пойдут. Вот, здесь установлено.
Замечательно, просто замечательно. Thirsty for battle. Боже, ну неужели мне еще раз придется этот бану не брать, а? Ну честное слово, ну кто это придумает за зону влияния городов? Сплошные проблемы. С другой стороны прокачаюсь, да? И ходить тебе нормально можно. Ну это здорово. Вот, пошло установление, отлично. Так, здесь, значит, что? Генерал Хладокарна наш очнулся. Здорово. Вот, дошли до просвещенного мужа. Великолепно. Так, да, здесь Забан очнулся. Ну, ему давайте что-нибудь. Что-нибудь, например, вот это. Нехай будет. Так. Нанимать мы здесь только наемников. Ясно. Нам, значит, надо как-то дойти все же до своей провинции. Но можно не спешить, потому что там два хода нанимаются, да? Ну, отлично, пошло восстановление. Думаю, ходу так через 3-4 они будут уже более-менее готовы. Хорошо. Так, Хладокар наш. Точнее, Хлодульф. Ну, давайте нам тоже отведем его. Огромное количество агентов есть у Узготов. Они тут почему-то все около, возле вот Неаполиса спрыгивали в воду, а потом обратно запрыгивали. Насчитал штук 6, наверное. Вот двое осталось. Это жесть. Так, я смотрю, Узготы как-то здесь вот примостились на островах. И сидят, не тужат. Ну, Коральс взяли. Ну, молодцы, что я могу сказать. Молодцы. Так. Тебя гоним, значит, в Геную. Так, в Нарбоне у меня что? В Нарбоне у меня все плохо. И будет еще хуже. О, и сделать я что-либо с этим не могу. Вот в Масилии сейчас уже вот станет лучше, как я думаю. Жесть. Здесь тоже будет восстание. Ай! Печаль. Печаль, тоска. Но никуда не денешься. Здесь минус один, вот здесь построится. Здесь минус 7 аж. Ого. В Британии минус 7. Это плохо. Это очень плохо. И у меня нет здесь ни единой возможности как-то это улучшить. Минус 7. Есть только войска здесь собрать. Но здесь в основном из-за чего? Здесь чума. 3 раза. Это минус 9 по общественному порядку. А уж, печаль. В принципе, большой запас. Прочности у нас на 10 ходов по-любому хватит, а там можно уже и смотреть будет. Что да как, да?
Я думаю, что... Блин, и вот флот у них отплыла. Как всегда, агент у меня позади армии. Мой излюбленный прием тактический, да? Ну ладно. Идем грабить Валенсию. На 1500, в принципе, неплохо. Захватывать я здесь ничего не буду. Успех, хорошо. Давайте уже качайтесь, а? Когда у вас там появится возможность убивать? Давай, качнись. Собака злая не хочет. Хочет собака злая. Качнулась, отлично. Так. Так, ну вот, убийца наконец-то таки. Убийцей стал. Вот, то, что я, собственно, и хотел. Хорошо. Захватывать не будем, потому что это сложно будет нам и удерживать, и защищать, и как-то развивать, да. Мы с этим как-то не будем торопиться. Здесь торопиться не стоит. Так, ну, в принципе, я все сделал, что я задумал, да? Денежку тратить совсем уж я не буду. Все-таки подожду я еще ход, 10 тысяч будет, и потом все, что выше 10, уже можно будет смело тратить. Так, давайте обратимся к дипломатии. Хочу проверить, как уровень, поднимается ли он, этот уровень. Да, поднимается, словоговорный, поднимается. И хочу я с ними поговорить. Welcome! We will talk, and then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from overuse. Низкий, да? Но, по-моему, все-таки через статус марионетки, по-моему, как-то добавлять что-то наподобие конфедерации, объявлять, присоединять их к себе. По-моему, да. Или что-то новое там появляется. Ну ладно, мне это в принципе сейчас не к спеху. Ай-яй-яй, забыл посмотреть басков. My friend, be welcome. The blessings of Christ, да, здесь тоже улучшается. Вот, как видим, нету здесь никакой дополнительной новой функции, опции. А на марионетку как-то низкая. И можем попросить присоединиться к вам. Шутба с вами, пока мне это не горит дело. Что ж, давайте делать новый ход. Так, восстание у нас в Тараке. Поддержку собрала, молодец. Баланс сил хотя бы у нас выровнялся. Так, и вот три мятежных отряда. Это печаль, это печаль. Поскольку у меня здесь совершенно нет армии. И придется мне вот эту перекидывать. Не понял. Да чтоб тебя за ногу, так, ты задолбал в зону влияния. Сколько можно? Ну это, конечно, разработчикам нужно как-то переделывать, потому что это не дело. Постоянно мешается. Сколько прохождений не делал, в любом случае, это рано или поздно начинает мешаться.
Ой. Теперь мы его перевести не можем. Здорово. Вау, хрен с тобой. Сорок 3%. Что же как мало. Успех, отлично. I will speak to him. Тоже успех, отлично. What? Ай, чтоб тебе кочнуть, да? Рвение. А пускай рвение будет. Почему и нет? Так, а ты ну-ка попробуй 65. Ну, давай. Ну хотя бы так. Хотя бы так. Тоже неплохо. В Испании наши дела весьма и весьма хороши. Ну, не думаю, что они королю что-то смогут сделать. По крайней мере, я на это надеюсь, что они ничего не смогут королю сделать, да? Ну и давайте займемся другими вещами. Этого агента мы куда-то ведем. В далекие края. Здесь нужен еще ход, чтобы восстановиться. Как минимум, да? Вандалы пока еще не высаживаются, это меня радует. Давайте, кстати, сделаем вот так, подойдем к лангобардам. И нам будет спокойнее, и их защитим. А на следующий ход можно прогуляться по их городам очередной раз. Видим, что мятежники узгодски захватили Банонию. Не знаю, что об этом думают лангобарды. Но пока они их не трогают. У лангобарда здесь вообще 3 стека стоит. Все хорошо. Так. Ну и дошли, дошли наконец-таки наши стеки до наших территорий. Ничего себе. У него здесь восстановление лучше идет. Но зато здесь можем, могут нанимать войска, да? Да. Так, ладно, хорошо, давайте, давайте. Вот, переобучим. Вас тоже переобучим. Отлично, конница нормально. Что мне еще нужно? Что мы здесь можем нанять? Ну вот по идее, вот этих надо распустить мне. Надо нанять новые. Потому что они золотыми лычками, и это отлично. Но эти, в принципе, и восстановятся. Так, и еще 2 отряда я могу нанять. Вот от этих я, пожалуй, откажусь. Так. И я еще могу нанять аж 3 отряда. Это германский пикинер. Ладно. Ладно. Занудных мечников у меня нет. Да, пожалуй, самых простых вот можно взять. Пару отрядов. Лучников у меня хватает. Я прям даже потерялся. Да вот пускай еще топорщики будут. Хорошо, 3 хода. 3 хода они будут стоять, нанимать войска. Что же, хорошо. В принципе, коли такое дело, мы можем быстро метнуться к Лапинку вот этим стеком и
Нанять войска там. Нормуль. Все, отлично. Ну что ж, друзья, на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что смотрели. К сожалению, в этой серии у нас не было каких-то битв. Ну, как бы идет подготовительный процесс. Думаю, скоро к нам в гости пожалуют осготы. Или мы к ним пожалуем в гости. Также, я думаю, скоро начнутся заварушки с весготами. Потому что они не дадут, конечно же, просто так грабить свои города. Я думаю, какие-нибудь стеки они уже приготовили. И уже они выступили в нашу сторону. Тоже, думаю, еще сразимся с ними. Так что ставьте лайки, комментируйте видос. Ну и не забывайте подписываться на канал. А так, всего хорошего, удачи!